Всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Дима Моник, Бразер 2С, вы на канале, который посвящен фарму опыта Fortnite. Тут каждый день выходят неустанно новые карты на опыт, чтобы вы всегда могли иметь актуальный фарм. Сейчас покажу карту крутую. Заходи в поиск, вот сюда в поиск, вводи код 20644997706, нажимай Enter, нажимай вот на эту картиночку, потом выбрать и обязательно здесь поставь частную игру, чтобы никто не заходил и не мешал тебе лутать опыт. Нажимай играть, не забудь, конечно, зайти в магазинчик предметов, нажать поддержку автора, ввести мой код G-Up, чтобы поддерживать меня всеми своими покупками. Я тебе за это очень благодарен. Тут на карте как заспавнились, поднимайтесь куда-нибудь повыше, чтобы сориентироваться, где вы находитесь, для того, чтобы понимать, куда вам нужно направиться. Просто стройте вот так вот рампы в небо, потом как построите достаточно, остановитесь и оглянитесь. Вам нужно попасть между вот этих вот больших домов вот сюда. Вот видите, там куча баннеров, вот на это здание вам нужно попасть. Летим на это здание. Вот ориентиры для вас. Башня винтовая. Здесь вот такой вот плакат. На уголочек вот этот становитесь. Делаете здесь любую удобную вам эмоцию. Потом проходите на вот этот уголочек. И здесь у вас кнопочка, которую вы можете нажать взаимодействовать. Вон, видите, идет буря. Буря вас поглотит, если вы этого не сделаете. Нажимаете кнопочку взаимодействовать, буря исчезает. И теперь у вас есть время, пока идет таймер наверху, просто побегать, покайфовать, поиграть на этой карте и дождаться окончания таймера. Потом по окончании таймера вам нужно оказаться будет вот на этой платформе для того, чтобы начать лутать опыт. Здесь ждем. И сейчас все покажу. Пока ждем таймер, друзья, не забудьте ознакомиться с разнообразием контента на моем канале. У меня есть контент про Fortnite, где есть видео про сюжет Fortnite, есть видео про лего режим, про кломбов, там есть много интересного, а плюс есть целый плейлист на тему, как создавать карты в творческом режиме Fortnite. Если у вас есть по этой теме вопросы, обязательно пишите в комментариях, я на все отвечу. Все, ждем и покажу сейчас, что делать дальше. Так, друзья, таймер закончился. Теперь подходим к диджейской стоечке, нажимаем кнопочку «Взаимодействовать» и начинает нам начисляться опыт. Подходим к колоночкам, бьем по одной, по второй, по третьей и становимся просто какую-то делать эмоцию здесь. Любую долгую эмоцию, которая будет у вас долго играться. Пока делаете эмоцию, будет начисляться бустик к опыту. Закончите делать эмоцию, будет начисляться меньше опыта. Поэтому лучше все время делать. Каждые 3 минуты будут появляться вот эти колоночки, по которым можно будет ударять и снова получать буст к опыту. Все, погнали, посмотрим, сколько налутаем мы здесь. Так, друзья, смотрите, какая история, да, я просидел буквально 3 минутки, у меня здесь появились колоночки, и, к сожалению, в этот момент практически сразу у меня закончилось начисление опыта. Естественно, я затыкал поставить таймер себе, чтобы двигаться, но 3 минуты ни о чем не говорит, скорее всего, просто у меня закончились лимиты. Буквально за 3,5 минуты после таймера я залутал 240 тысяч опыта, это очень крутой результат, супер крутой, хотя у меня опыт синий, как видите, у меня есть ограничения на получение опыта, то есть эпики вообще решили не баловать нас в начале сезона и сразу порезали все, что могли. Пока непонятно, то ли это глючит творка, то ли изменились лимиты, то ли непонятно вообще, что происходит, потому что уже вторая карта, где просто обрубается опыт, перестает начисляться, хотя там я знаю точно, я делал так, чтобы было начисление бесконечное до того момента, пока у тебя не закончатся лимиты. То есть все-таки я склонен больше к тому, что лимиты подошли к концу, друзья. Вот. Других объяснений я не вижу. На этом я буду с вами прощаться, пробуйте лутать, я буду анализировать, сейчас смотреть ситуацию. Если какие-то изменения произошли, если изменилось количество опыта, возможное, да, в течение дня, которое можно залутать, я обязательно вам сообщу об этом. Сейчас пока рано говорить. Первые дни обычно есть проблемки в творческом режиме после обновления. У кого-то может быть лимит сейчас вообще 2 миллиона, а у кого-то всего 100 тысяч. Такое постоянно бывает после обнов. Поэтому терпим, ждем и анализируем. Всем классного дня, крутого настроения. Обнимаю всех, жду ваши лайки, комменты и, естественно, подписочку на канал. Всем пока.